Всем привет, меня зовут Виктор, и это продолжение Horizon Zero Dawn. Так, что, куда же мы тут направлялись? И, собственно говоря, зачем мы направлялись? До Дворца Солнца, ну давай, доберемся. Доберемся до Дворца Солнца. Бесят украшенница. Ух ты, ништяк, скользишь. Ух ты. Все хотят, чтобы жизнь была красочной. А то. Теперь осталось примирить закат. Такой подкат, в принципе, длинный, я что-то не замечал этого раньше. Прикольно. Элой. Что привело тебя в Меридиан? Угроза. Гелис командует затмением, легионом фанатиков. Они скоро нападут на вас с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они приведут с собой существо, бог, бес, машина. Как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется... Он пошлет клич и пробудит другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность? Да. Отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Восседает шпиль? Элой, позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. А шпиль это живое, что ли, существо какое-то? После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы... Рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Все рассказала? Что, снова с ним говорить, что ли? Марадом безгрешным. Ну, пошли разговаривать с Марадом безгрешным. Только тихо. Не хватало нам еще паники в городе. И еще обо всем сразу сообщайте мне. А, Элой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — нажиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным, но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Угу.
перед сражением решающим. И что, если я сейчас сражаться буду, что я игру закончу, что ли? Сука, я еще вот здесь не разведал ни хера. Я себе еще эту не нашел. Топливных элементов недостающих. Не, я еще не хочу. Решающее сражение. Так. Хоть ничего, годи, хер с вами. Дела. Охота, это что такое? А, три испытания. Не. Смоляной утес. Давай мы вот туда лучше. Щиманем. Вот щиманем сюда, да? Смоляной утес. Сука, где эти топливные элементы-то лежат, блин? Мне просто хочется ту броню, там, доспех этот крутой одеть. Коршуны. Видимо, это и есть смоляные утесы. Ёбаный мать, а как ты догадалась? Блин, я уже практически все тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь записей всего осталось. Голозаписи все собрал. Информация о заданиях, тут тоже уже практически все. А вот информация о мире. Frozen Wilds. Вообще не. Я, по-моему, не дошел еще до ней. Да. И чё? Подожди. А, коршунов убить надо. Ух ты. А что же у вас здесь так много-то? Пиздец, блядь. Нужно его добить. Понятно, что нужно, ёптать, только тебя уже спалили.
Лежать, скотина. И где-то еще один, да, остался? Блин. А эти вообще стоят, похеру им. Их тут коршун нападают на них, а они стоят там. Херню страдают. Где-то призывалка, походу, есть тут. Да. Староста. Ну и где ты тут прячешься, староста? Ну вот, а если тебя разбить? Я нашел причину вашего этого. Да ёб твою ж. Все кончилось? А ты как думаешь, дебил? Посмотри, сходи. Не болтай с чужаком. Клянусь сталью, им вечно что-то от вас нужно. Началось, блядь. Как же это случилось? Да устройство вам там призывающее подкинули, ёптать. Вот так и случилось. Как вашего, как к вашему старости это проникнуть? Не, ну стопудово опять какая-нибудь просто простецкая. Какое-то простецкое решение, но... Почему ты здесь-то не это? Ведь на этом нападение не кончится. Во. Понятно, блядь. Все как всегда. Прилетела к нам на радуге и спасла наши шкуры. А откуда ты? Я встретил с радуги, ёптать. Он позвал меня. Предатель! Я ему сказал, не ходи. Закую его в цепи. Он погиб. Что? Мой жёный, грязный, вонючий, паршивый брат? Почему меня не слушал? Почему? Он боялся, что тебя и всех остальных убьют. Ты не знаешь, что влечет сюда? Да ты ж устройство нашла. Что ты такая тупая-то, блядь? Давай я сама выясню, откуда тут коршуны. Тебе не до того. Правда? Мне никто не предлагал помочь. Следы читать умеешь? Можно так сказать. Ну хорошо.
что найдешь, скажи. Зуб даю. За всем этим стоят Карха. Все. Пошли искать, да? Но мы-то знаем. Выключайся! Выключайся! Что ты делаешь? Клянусь солнцем, не выключается! Это устройство приманивает коршунов. Выключи! Я? Разбить. Как выключить, если я даже не знаю, как я его включил? Я его в старой мастерской нашел! Вот и все. Хотя бы вот так. Теперь выкладывай. Это устройство опасно. Нужно посмотреть в мастерской, нет ли таких еще. Где она? На восточном хребте, возле моего лагеря. Но после того, как я спустился оттуда, в вышине раздался зловещий грохот. Я нырнул в реку всего за миг до того, как тропу накрыло лавиной. Теперь там не пройти. Это слишком. Ладно, опасно. Там, побазарь еще. Ну, а я рискнул. Только больше не ходи к этой мастерской и не усложняй людям жизнь. Отлично, пошли. Может, мы там найдем топливные элементы? Да? Может, мы там найдем топливные элементы? Давай-ка мы просто пробегимся. Это мне поможет. Да, если мы раньше не сдохнем. Мне просто неохота с ними, со всеми тут стреляться, блядь, разбираться. Так, давай глянем. Вроде правее. Петушара. Я не посмотрю, что ты коршун же, блядь. Наваляю тебе, пиндос недоделанный. Что за лагерь? Надо только обойти завал. Завал. А, вон туда, что ли, прыгать? Ну, ладно. Поземка. Белая как кость. Что за мрачные мысли? Прыгай. Черепашка не нужна, блядь, херово.
все. И чё, я за этим сюда шел, что ли? Вот наверх показывает, а наверх. Забрались за... Ой-ой-ой-ой-ой. Кыш, блядь, черти полосатые. Так, давай мы здесь пересидим. О, обезвредить приманки и убить бюревестников. Понятно, блядь, я думал, пересидеть придется. Что-то я не понял, а что у меня? Может, тебя огнем можно? Да пошел ты нахер. Креветка сраная.
Тварина, блядь. Тварина, пошел нахер. Сволочь. Да, блядь, беги ты. Да что ты, ёптыть, косишь-то так? А? Где ты, падла? Все, больше никого не помню. А теперь потненько. А какого вообще уровня эта херь была? Непонятно, да? Так, подожди, здесь где-то же еще там. Запчасти твои валялись. Значит, эти приманки изготовил Дервал. Он умен и опасен. Пора назад в смоляной утес. Смоляной утёс. Погнали.
Ух. Хорошо, что один там оказался, этот буревестник. А то прям с несколькими бы я хер, наверное, справился вообще. Не, ну справился бы, конечно, просто. Времени бы на это ушло пимпец как много. Могу тебя обрадовать, я нашла и разбила еще одну приманку. Думаю, последнюю. Ну, гнев и пламя, девочка, ты нас всех спасла. Но откуда знаешь, что она последняя? Мастерская, где я ее нашла, заброшена. Не бойтесь. Хорошо. Все мои ребята пожали бы тебе руку. И мой брат тоже. От имени всего Смоляного утеса благодарю тебя. Угу. Отлично. Так, давай смотрим. Побочки. Путешествия в мёрзлые какие-то там. Ё-моё, сколько у меня тут еще места неизведанных. Это вот сюда, да, надо? Ну, хер с тобой, погнали. Погнали. Просто мне вот интересно, что я эти топливные элементы смогу найти до начала финальной битвы. Или они только, блин, после финальной битвы их можно раздобыть. Так, давай, куда нам надо идти-то? Сюда, что ли? А, не, как-то где-то вот здесь проход какой-то есть. Стой, подожди, а, вон, наверх. Что ты делаешь, Элори? Этот путь ведет в зарубку. Панук ничего не смогут тебе предложить, кроме никчемных суеверий. Затмение не будет ждать, пока ты резвишься на снегу. Вернись к делу. Удивлена, что ты еще за мной следишь. Думала, больше тебя не услышу. Прости, что меня все еще заботит судьба этого мира. Я тут подумала. Прощаю. Шаман и Панук вплетают кабели в кожу, да? Кого-то напоминает, правда? Так может, ты не хочешь пускать меня к Банук, чтобы я не узнала о твоем прошлом? Меня заботит не прошлое, а будущее мира или его возможное отсутствие. Тебе бы не тратить время впустую, а заняться делом. Но ты, конечно, поступишь по своему усмотрению. Конечно, все верно. Но она как бы не по своему усмотрению, она по моему усмотрению поступает. Ибо это ж я игру прохожу. А вообще, по усмотрению разработчиков, это ж они придумали такой сюжет там. Поэтому мы просто заложники ситуации.
Нихера себе. Мне навтыкали уже. Эй, Люсёк. Что-то так далеко упал. Блин. Не та. Фух, победюх. Что-то не нравится мне эта музыка. Вообще. Эй, страница на горе! Да. Так, ну ладно, здесь хоть не машины. И, скорее всего, даже не враги. Ха.
Ты тут не замерзнешь, Нора? Ничего, пока лезла, согрелась. Нора. Ты добралась до зарубки, странница. Но ты здесь не задержишься. Да. Над горой стелится дым. И над деревьями тоже. Что это горит? Что-то горит. А есть костерок, здесь костерок где-то есть, да? Давай посмотрим, что тут происходит. Ёптать, полуголая пришла сюда. Тебя ждет редкое зрелище, Нора. Бургрент, поставщик снаряжения. Как правило, мертвецов в Анок сжигают. Но не сегодня. А сегодня что будут делать? Потому что не смогли забрать тела. Печальная история. Все их лучшие воины погибли. Вот это да. Они прощаются с умершими иначе. Долбанук. Долбанук. Справьтесь с горем, охотники, и убейте его. Наших родичей постигла судьба, о которой мечтают банук. Они пали, поражая сталь копьем. Их борьба закончилась. У вас на глазах их души поднялись в синее небо и устремились к синему свету. Но наша борьба лишь начинается. Скоро мы вновь пойдем охотиться на демона, который вводит машины в выступление. Ну, прикольно. И потому я спрашиваю, есть ли у вас отвага наших павших родичей? Вы готовы сражаться и умереть, как они? Моя отвага, мое копье! То есть нет копья, нет отваги. Мы бану. Наши враги добыча. А походу Элой решать придется, да, все? Демон? Иступление машин? Эти машины перебили лучших из них. И что они думают? Опять пойти туда? Глупцы. Хочешь совет? Даром. Элой. Элой. Я провел тут две долгих зимы, и до сих пор эти банук меня поражают. Взять эту историю. Началось с того, что их шаман, Аурея, стал вещать про какие-то там души и демонов на громовом барабане. Они ломанулись туда всем вераком, и половину из них перебили машины. Когда Аурея исчезла,
Я думал, они придут в чувство. Но нет. Могучара, так. Хочет еще разок повторить все то же самое. Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. В болтовне что-то есть. Объяснение тому, что стало с машинами. Ну тогда ищи Ауры. Она ушла в сторону гор, которую и зовут Ледяной Теркой. Теркой. Говорят, только шаманы знают тропы в этой стылой гряде. Ну ладно. Но я знаю, где можно найти ее ученика. Налтука. Он пошел на север от реки, ведомый слухами. Ну, хоть не духами. Да, нехорошие. Нападение снежной пелены. Какие-то чудные постройки. И вроде бы новая машина. Такое еще никогда. Я ж увидел. Убил, вернее, эту машину. Спасибо за Волчара там был. Может, Аратак мне что расскажет про Ауреи и про Аратак? Аратак. Слышишь, Аратак, в попу тебя так. Тропа шамана. Ну да, отлично. Ты Аратак? Нет, ты житель деревни. Ты не Аратак. Привет! Чтобы я больше от вас такого не слышал. Сомнения тяжелее сугробов. Прости нас, вождь. Мы будем готовы к новой попытке. Но это будет не попытка, это нужно сделать. Вы понимаете? Слушаюсь. Хорошо. Странница, ты хочешь поговорить? Вы хотите вернуться на гору? Да, я дал слово. Но ведь риск так велик. Риск чего? Смерти? Нет уж. Куда хуже будет склонить головы и признать. Это нам не по силам. Аурея знает, что это за демон. Где мне ее найти? Аурея — шаман. Ее дела не для наших глаз и ушей. И уж точно не для чужаков. Этот демон, о котором вы говорили... Ты бы сама сходила и убедилась, если смелости хватит. Он изменил машины. Сделал их злее, сильнее. Но кто он? Пусть шаманы разбираются. Ну ладно, ну, иди нахер. У меня все. Славно. Дела важнее, чем слова. Ну да. Просто вы слабаки. Вот и все. Так. Ох, нихуя себе. Это что такое? Это что-то крутое? Самоцветы какие-то нужны, да? Блять, а как бы сравнить-то?
44 и 43. Угу. Повреждение брони. Огня нету. Кость крысы. Так, ну мне осталось только две этих улучшить. Рыбья чешуя нужна. И кость крысы, да? А остальное все улучшили. Так, а здесь что? Охотничья стрела. А, ну это... Это мы сможем изготовить, да? Случился потом, хотя не было ни дождя, ни снегопада. Я Лаулай, я барабанщица. То есть была ею, пока гулкий звон не потонул. Гулкий звон? Что это? Чаша, вырытая еще предтечами. Это одновременно и зал, и котловина, и музыкальный инструмент. Моя жизнь, призвание. Я бы сыграла для тебя, но его трубы ныне скрыты под водой. Поток без дождя. Это странно. Где эта чаша? Я бы сходила посмотреть. К северо-западу отсюда. Ну, посмотри. Только какой в этом смысл? Эта вода никуда не денется. Как убедишь реку отступить? Ну, ладно, может быть. Убедим. Музыки больше нет. Так, а где этот... Нетлук сраный? Течь еще не успела осесть, а нас было мало. Это она повела нас через ледяные пустоши. Мы также помним племя ненасытных, что ломали нам кости и высасывали из них сок. Куда бы ни пошла Банука и ее вера, ненасытные всегда бежали. Думая, как это ведь, Банука подставила щеки под удар. Твоей храбрости.
просто зажал вперед, она сама там нахер прыгает, лезет куда надо. Блять, еще выше что ли? Да чтоб ты забрался-то так высоко, скотина. Туда я не пройду. Нужно поворачивать. Величественный пейзаж. Да, вид в перспективе. Мы Брин, а мир так велик. Отсюда видно, как свет раскрашивает землю. Сразу меняюсь. Это урок. Наши метки сотрутся. Из уст художника это звучит угнетающе. Ты мало общалась с художниками. Грани песни нужны новые истории. Я стерла со скалы ее прошлое и начну заново. Но мне нужны новые цвета, новые пигменты, каких еще не видели. А эти пигменты... Где мне их искать? По краям гейзеров и горячих источников собирается соль. На скалах растут кристаллы. Наскальные картины Банук впечатляют, но... Ты спрашиваешь, что они значат? Это неверный вопрос, но... Я все же отвечу. Одни — это призывы к машинам. Священные фигуры, как на корпусах и на дверях в котлы. Машины слышат эти призывы? Не знаю. Другие, как мои, призывы к племени. Своего рода вдохновение, пророчество. Да уж. Они прислушиваются, если картина плохая. Давай, Оля, нахер. Ищи те, что поярче. Узреть дивные цвета среди снегов, камней или металла — само по себе награда. Но я тоже вознагражу. А вот он, где этот Нептул или, блядь, а я вообще даже просто в пень какой-то бежал. Ладно, на сегодня мы на этом закончим. Спасибо всем за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. И всем пока, и до новых встреч.